Всем привет-привет! Вы на канале Саша и Вера, деревня в Чувашии. Сегодня мы опять сбегали за грибочками и решили показать, как мы их готовим. Сегодня будет два рецепта весенних грибов. Перед приготовлением грибы необходимо перебрать. У сморчковой шапочки удалить ножку и убрать червивые грибы, если они попались. А у сморчка отрезать ножку, если она грязная, и разрезать каждый гриб пополам. А еще грибочки нужно промыть под проточной водой. А теперь ставим грибы на газ, ждем, когда закипят, и отвариваем минут 15. Наши грибочки закипели. Теперь убавляем огонь и варим минут 10-15. Грибы вскипели, проварились 10-15 минут. Теперь их промываем под проточной водой. Шапочки сморчковые мы тоже промоем холодной проточной водой. Сморчковую шапочку и сморчки промыли. Сейчас начнем мариновать. Грибы буду мариновать по своему старому древнему рецепту. Еще с севера привезла. Очень нравится данный рецепт. По рецепту нам нужно 3 столовые ложки соли. Маринад делаю на 3 литра. 4,5 столовые ложки сахара. 4,5 ложки сахара. Лавровый лист. Черный перец горошком. 12 горошин примерно. Вот так хватит. Так, это у меня не душистый получился, это черный. Добавим еще душистый перец. Гвоздику. Пару звездочек, 3 звездочки. И кориандр. Можно добавлять, можно не добавлять, кому как нравится. Специи вообще всем можно добавлять по вкусу. Еще нам понадобится 3 дольки чеснока и 9% уксус. Подготовленные ингредиенты высыпаем в кастрюльку. Доводим до кипения. Маринад закипел. Выкладываем в маринад грибы. Осторожно, чтобы не обжечься. Варим еще минут 10. Грибочки закипели, проварились. Минут 10 или 15, время не засекало. Добавляем в них уксус. 21 столовая ложка 9% уксуса. Перемешиваем все. И раскладываем по стерилизованным банкам. Банки стерилизованы. Еще раз повторяю. Маринад приготовлен на 3 литра воды. То есть не имеет значения, сколько килограмм грибов у вас будет. За
закатываем баночки. Проверяем на герметичность. Перевернутые баночки укрываем полотенцем и оставляем до полного остывания. А в студенную зимнюю пору будем наслаждаться маринованными грибами. А для жареных грибочков нам понадобится зеленый лучок, свеженький, прямо с грядки. Зеленый лучок шинкуем. Наливаем в разогретую сковороду масло подсолнечное. Высыпаем лучок. И жарим до золотистого цвета. Лучок репчатый. Лучок почти готов. Добавляем чесночок. К обжаренному луку и чесноку добавляем грибочки. К грибочкам добавляем 3 яйца, свежайших, только из-под курочки. Солим по вкусу. Перчим, если кто-то желает. И добавляем зеленый лучок с грядочки, свеженький. Перемешиваем. И накрываем крышкой. Наши жареные грибочки с яйцом готовы. Снимаем пробу. Вкусненькие. Готовьте весенние грибы и наслаждайтесь их вкусом. Пока-пока!